Тиком вышли мы прогуляться. Вот море, уже вечер, уже почти 5 часов. Мы идем с ним погулять. Хорошо погуляем, потом будем хорошо спать, да, Максим? Какой он модный парень. Уже смотрите, у нас уже становится более-менее не жарко, чтобы ходить в футболках. А Максим так любит гулять, так ему нравится, да? Так ему нравится гулять. Вон сколько народу сидит на пляже. Hello. Сколько народу заиграет. Видите, сколько народу поприехало? Был пустые пляжи, сейчас уже народу стало больше. Паш сегодня проводит мастер-класс на YouTube. Здесь всегда собирает кружок для дохранных детей. Ну, иностранцев, конечно. Так, пойду Максика догонять, там машина едет. Посмотрите на это, вы видите? Видите, Максик бежит, увидел моторную лодку. Лодка едет там. Там горы красивые, смотрите, в тумане вообще все, ничего не видно. Видите, не видно противоположный берег. Там вот не видно, обычно там видно все. Народу, посмотрите, сколько детей, людей высыпало на берег, на пляж. Он русскоязычный, ну или просто светловолосые, может, европейцы приезжают сюда. Вилла, смотрите, покажу, которая нам с Пашей нравится. Вилла Роял называется. Вот нам нравится вот эта вилла. Здесь газончик такой, домик двухэтажный. Видите, ну много довольно-таки места. И здесь море, вот оно прям. Ходишь сразу в море, красивое место. Вот, ну такая вилла стоит, наверное, 10 или 12 фунтов в месяц, а может и дороже. Но ее, по-моему, на долгосрок не сдают, только короткий срок. Здесь вот много таких вот интересных вилочек начинается. Море сегодня, друзья, очень красивое. Хоть и пасмурно, видите, уже вечер, пасмурно, туман, солнце, вот оно где-то там. Не знаю, где-то там. А море, посмотрите, какое. Вот оно бирюзовое, красивое вообще. Красота. И Максик. Максик, красота моя маленькая. Вот есть совсем новые такие дома, в которых будут квартиры, скорее всего, здесь будут две квартиры двухэтажных, видите, вот здесь на первом этаже кухня, потому что там встраивают кухню, видно столы, на втором этаже, скорее всего, будет спальня, и вот они тоже с выходом на море, совершенно новые строят, то есть вот их буквально завершают, все будет новое, матрасы, все. Но это считается первая линия, сколько здесь будет стоить, я не знаю, но я думаю, что 1009, 10, 11, может быть, фунтов будет все это стоить, потому что все дорожает. Вот, умножаете на 3,5 и получите в рублях цену. Ну, да, знаете, относительно даже такой цены, сейчас учитывая, что это повысилась цена, ну, отдавать 500, от 500 до 1000 долларов за то, что ты живешь на море в месяц, это, может быть, имеет смысл. Я, если честно, не очень люблю Дахаб, но вот возвращаться вот туда, где горы, мне нравится. Смотрите, какая красота. Вот я сейчас выключила вспышку, видите, какое небо, оно розовое, такое в тучках. А бывает, что солнце там садится, очень красиво. И там вот горы, вот, и вам не видно, но вот это вот пятно, оно на самом деле такого лазурного цвета, красивого в облаках. То есть такой эффект создается. Вот эти горы, конечно, впечатляют. Сейчас мы выйдем туда, где их еще получше видно, я вам еще покажу. Пляжи пройти, и мы проходим через Мунхаус. Нам нравится это место, потому что здесь он находится сразу от рынка. Вот видите, там вот перелучик, вот там вот рынок. То есть вот здесь выходишь, и сразу центральная часть, сразу рынок. Вот, а здесь... Так, давайте вспышку включу, лучше будет видно, да? Так, вот, фоксиус. А вот здесь посадили недавно травку, здесь такие дорожки. Вечером, наверное, фонарики включают, мостик, а там к морю выход. Вот мы идем по мосту, нам очень нравится этот мостик. О, здесь бассейн набрали с водой. Смотри, здесь воду набрали, да? Бассейн с водой набрали, ух ты. Пошли. Это, наверное, туда рыбок запустят, да? Пойдем. Туда рыбок, наверное, запустят. Рыбок запустят туда. Туда, наверное, рыбок запустят. Пойдем. Вот здесь так миленько сделано. Не знаю, для чего это сетка, но для чего-то точно. Вот квартира. Я вам уже показывала, ладно. Все, идешь, и ничего не видно, кроме моря, гор и пальм. И вот эта суета вся остается где-то в стороне. А здесь я вам хотела, знаете, что показать? Хотела показать те места, которые можно посетить. Blue Hole, значит, это вот Blue Hole. Это очень глубокая пещера подводная. Вот, Сен-Катрин мы там были на Пасху. Какой-то Фьорд Бэй. Мы здесь не были, но тоже что-то интересное. Может, мы сходили на гору. Вот Петра, но это Петра-то в Иордании, так что это у них отдельная такая, знаете, это. Вот, еще какое-то есть озеро, может быть, мы на него съездим. Вот это мы видели со стороны, тоже однажды в нем были. Еще есть Цветной каньон, мы туда, может быть, тоже съездим. Вот, ну и деревня Сан-Катрин, не только монастырь, но и деревня Сан-Катрин, ну и Блу Лагун мы тоже там. На прекрасное днем и ночью, хотя сейчас темно, вам почти ничего не видно, как и мне, по сути, если
Не эти фонарики, я бы плохо что видела, но... Ай, хорошо, на море. Выглядит, вот так выглядит улица вечером. Видите, вот там вот мечеть. Не фокусируется, машины разные ездят. Вот она дорога, мы возвращаемся с Максиком не по пляжу. На самом деле больше все видно, это вам ничего не видно, нам-то все видно, потому что фонари светят яркие. Здесь вот магазинчики есть маленькие, такой магазин у дома, можно все купить. Тут воду можно купить, печенюшки какие-то. Вот, что-то еще там. Ну, все, что хочешь, можно купить. Туалет, бумагу, памперсы, hello. Памперсы, чипсы, туалет, бумагу, макароны, масло. Ну, все, что надо, короче, все, что такое основное. Рис, кроме фруктов и овощей. Вот, здесь у нас никто не живет. А вот здесь у нас есть домик такой, в нем соседи живут. Они очень заехали, очень красиво все сделали. Сейчас, конечно, все это поободрали, но не знаю кто. Но, в общем, смотрите, у них цветы красивые там. Цветы, не знаю, видно, не видно цветы. У них, в общем, расписные цветные окна. Я вам, короче, при свете дня покажу, потому что сейчас не видно. Так они все красиво украсили. И у них цветы здесь такое белое в цветах. Ну, вам сейчас не видно. Вот такие магазинки здесь продают ковры. Мы, кстати, здесь покупали наши коврики. Вот так и живем.